Дамы и господа, леди и джентльмены, с вами Борис Самсонов, всех приветствую. Как у вас дела, как настроение? Это канал Борис Самсонов, между прочим, подписываемся, ставим лайки. Это новый, заряженный видеоблог, мы отправляемся на сборы, потом у нас сразу соревнования, Кубок России, город Сочи. Поэтому приятного просмотра, сразу тебе говорю, готовьте там чего-то там и это, поехали, да? Мы уже в аэропорту, быстрее всех приехали, идем на регистрацию и будем дожидаться остальных. Происходит регистрация на рейс, мы с Данилой уже прошли ее. Вот, сейчас проходим досмотр и Сочи. Там сейчас тепло, снега нет, поэтому на самокатах можно и покататься, и погонять. А у кого это сегодня день рождения? Да вон же! Посадка в самолет. Вот наш самолет, и мы уже проходим. Приятного полета, мягкой посадки. Гоу! Картошку висит. Мы на месте. Город Сочи. Здорово. Передвигаемся для получения багажа. Нас уже ждет автобус. И, наверное, уже сегодня будет первая вечерняя тренировка. Но это не точно. Полет прошел нормально. Пару часиков вздремнул. Погода. Сейчас проверим. До свидания. Все. О, даже тепло здесь. Ксения Чужаева, вашему вниманию. Ебой! Сочи! Ай-яй-яй! Что за погодка нас встречает? В кофточке иду нормально. Сейчас по такси прыгаем и до гостиницы. Кто в старт, кто в парус. Кто от сборной, кто от спортшколы, как говорится. Поэтому я не от сборной, не заслужил. Заслужили другие, как Джуну. Поэтому вот так вот как-то. Но ничего, спасибо и на этом, скажем. Едем, короче, на такси. И в 16:30 у нас уже тренировка. Мы первые. Поднимаемся. Это единственный минус этой гостишки, что если зала пешком идти, то это вообще можно больше и не спускаться, потому что подниматься, ну, это прям жестко. Был здесь года два назад, тоже на России. Вот. Сейчас будем расселяться, скорее всего, по трое, кто-то по двое. Там просто картошка. Очень вкусно. Обзор нашего номера. Коридор, такой типа гостиный, шкаф. Хорошо, что ванна есть, вот это кайф. И для двоих две кровати больших, телевизор и балкончик. И деревья, и поэтому не так уж и солнце выглядывает. А так? Ну, как-то так. Сейчас чуть отдыхаем и на тренировку. 16:30. Did you come from? Where did you go? Where did you come from? Ну что, мы отправляемся на первую тренировку. Вот наш
трансфер. Let's go. Здравствуйте. Первая тренировка на дорожке в зале закончилась. Сейчас мы пойдем чуть-чуть побегать, покачаться. После дороги мало спали, рано встали. Вот такие вот условия. Как бы батуты, дорожка, мини-трамп. И надувные дорожки две штуки. На тропу жизни и здоровья. Сейчас мы пойдем туда. Как дела? Как настроение твое? Все отлично. Спортсмены все на месте? Вот такая тема, поэтому... Я не знаю, что мы будем сейчас делать, но... Что-то мы сейчас будем делать. Вот такой вот закат. Приятно бежать, согласитесь. Мы бежим, бежим. Офигеть. Как моя девушка красивая такая же. Ошалей. Пацаны, вперед. Я вас очень люблю. И пусть сегодня этот день, 23 февраля, и запомнится вам. Спасибо большое. Пускай будет это память. Спасибо большое. Да, ну, вижу. Спасибо большое. Да. Спасибо. Я от всей души. Спасибо. Спасибо. Так, по дороге не есть. Нет, ну это, по дороге не надо, да. Аплодисменты, эй! Да. Ужин. Николай, как ваши дела? Материться можно? Материться нельзя. Дети смотрят, Коль, ну ё-моё. Дети. Я устал. Всё, искупался, сейчас лежу, отдыхаю, спать сразу же. Мало сегодня спал, да и что-то чуть-чуть вымотались мы сегодня. Вот, поэтому всем спокойной ночи. До завтра. День два, мы уже выспались, покушали. Чувствуем себя намного лучше. Да. Сейчас на автобус и на первую тренировку. Надеюсь, их сегодня будет одна. День два, мы в зале. Василий Макарский. Привет, мои подписчики. Как ты? Пойдемте еще с кем-нибудь да поздороваемся. Например, Михаил Юрьев. Вы его видели пару раз? Здорово, мужики! Здорово, мужик! Как ты, брат? Как ты сам, мужик? Я нормально, ты как? Я тоже как-то. Привет! Такой рацион питания. Как бы еще можете вот, ну... Горячей водички навернуть. И... Здесь посуда. И из напитков. Но что-то желает лучшего, честно сказать. Питание, но... Ребята, вы довольны же? Ну, как бы видите, довольны. Офигенная погодка. Вон море. Кайф, прям вообще кайф. В Москве сейчас все в снегу, а здесь прям солнышко греет. Кайф. Ну что, вторая тренировка? Let's go. Все, мы в зале. Все, грубо говоря, города подъехали. Кто от сборной, кто от своего города тоже тренируется. Вот. Что еще вам сказать? Условия нормальные, это же все оборудование будет потом стоять на соревнованиях. Ну, вообще, в целом все так будет и стоять. Просто добавятся судьи и... Оценки судей. Второй день тренировок подошел к концу. Сегодня вспомнил три угла с винтом, то есть согнувшись. Это очень меня порадовало. Ну, прошелся так по кусочкам, все, в концовке, переходы по делу. В целом доволен. Вот. Тренер. Батуты. Сейчас вроде массаж сделают.
массажист какой-то свободен вроде бы, но это не точно. Кстати, как вам мои Crocs? Я считаю, что это 10 из 10. А вон Ряби где-то кайфует. Где он? Найти бы его. А вот он. Вот, короче, очередь. Очередь на массаж. Тут их раз, два, три. Один. Два. Три. Машем, улыбаемся и машем. Всем здравствуйте. Это краснодарские медведи-девочки. Все, через 40 минут автобус. Завтра у нас по планам чисто подкачка, чисто бег, там, где мы бегали. И все. Сейчас давайте известимся в прямом эфире. Не забывайте еще телефон, грамм 200-300. Взвешивание. Шестьдесят, 55. С утра было 61-55. Сейчас, подожди. Сейчас взвесим Данила. Надо не по-моему уже выжить. Нет? Слева. Поехали. Ой-ой-ой. Ладно, после обеда будет. 68. После тренировки. Если он покушает, 70. Ну, нормально, неплохо. Восстановительные процедуры. О, щит, мэн. Всем привет. Всем пока. Массаж жесточайший. Мои плечи просто умирают. Я думаю, лишь бы завтра проснуться. Но зато греется сейчас мазью. Помазал мне. Массажист прям отдушенски сделал. Сначала массажером, потом руками, но я чуть не умер, реально, я чуть не отключился. Тут вот Александр Лисицын наслаждается. Как вы, Александр? Я прекрасно. День третий, утренняя тренировочка. 2 часика. И потом в 3 часа у нас пробежка, подкачка на тропе здоровья, где мы были с вами самый первый раз. Все тренируются с самого утра. Сейчас через 40 минут уже наше время будет. Да! Димасик. Он Рябик на расслабоне. Кого сорвал? Курбет. Все, осталось только вечернее. И да, там будет подкачка и кросс, как я вам уже это говорил ранее. Здравствуйте, администрация, у нас проблемы с номерами. Нет воды. Эй, Блэкджек. Но мы решить никакие вопросы не можем. Зови Софияну. Ну, там номерок есть, позвоните, да, у вас тут нет. Спасибо. Но это не главное. А бильярд можно у вас поиграть? Ключики, давай. Позвоните, спросите. Только карман. Ничего. Обеденный перерыв и потом кросс нации 2024, город Сочи. Ошалеть, тут даже тренажерный зал, оказывается, есть. Нам даже про него ничего не говорили. Ё-моё, смотрите, какой вид. Окошко даже открою. Уф. Какая вкуснотень. Вот это я понимаю, климат. Ну как-то можно сюда зайти, покачаться. Если вдруг перекачаетесь, можно здесь сразу и обосраться от перенагрузки. Ну что, у нас пробежка. Let's go. Если мы сегодня побежим полную дистанцию, то это 8 км суммарно. Но я думаю, что сегодня так же. До туда же. Вдох, выдох, печатки взяли. Ребята довольны, все заряжены, поэтому настроение боевое. Любое упражнение, любую дистанцию, любую выносливость, любое время, подъем или падение, сегодня будет изи.
начальник. Комментарий. Прекрасно. Погода классная. Капец. Возьмем пару слов от заслуженного тренера всего мира Раисы Николаевны Беликовой. Тренировка сегодня у нас на улице. Кругом море, море. Счастье, улыбки, дети веселые, счастливые. Нагрузку даю небольшую, небольшую. Потому что... Да? Умеренную. Умеренную, да, умеренную. Посмотрите, пожалуйста, дети все улыбаются, счастливые, поэтому это... Спасибо. Вот. Что-то там, ты какой-то не грустный был. Опа! Вот так я поймал халтурщику. На ровном месте. Не чувствую нагрузку. Больше. Мне нужно больше мощности. Комментарий от юных спортсменов. Там у Влада, так скажем, ценный груз. Борт номер один. Сейчас я вам покажу, почему. Раиса Николаевна, как у вас настроение? Отличное. Ну, катаюсь. Похлопали. Чуть-чуть осталось. Вот она, халтура. Вот вновь халтурщик поймал. Очень устали. Ни капельки не устал. Это все, что ли? Я только разогрелся. Москва, вперед! Тренировка закончилась. Спасибо. Всем спасибо. До завтра. Парьтесь хорошо, после парилки спасибо одевайтесь большое. Хорошо, потому что, чтобы не простыли, не дай бог, да. В баньку, завтра встречаемся в 10 в зале, тренируемся и потом идем на море. Хорошо. Все, всем спасибо. Спасибо. Эй. Я даю минимальную нагрузку своим спортсменам. Раисника, ну вы пранкер. Четвертый день сборов. Диман, встаем на завтрак. Дмитрий, на завтрак вы идете? Надо слушать маму. Маму, мама фигню не скажет. Запомнили? Спасибо большое, что согласился на это интервью. Очень приятно побеседовали с тобой. Что-то владелец заволновался. Тихо. Сегодня у нас командная прогулка всей командой. Хорош, Диман! Такая обстановочка. Пятый день, Николай, сегодня. Как вы? Ну, более-менее. Нога также. Вообще не прошла. Реально так и... Ну, больно. Ну, может, чуть получше, но все равно больно. Тамик, ты где? Здесь. Это где? Выйду. Давай, давай. Вот здесь видок получше хоть. Б. Тамик какает, как всегда. Напишите, что Тамик какает. Чувствуете? А я чувствую, это день пятый наших сборов. Сегодня две тренировки. Первая, как сказал тренер, чуть-чуть чисто подвигаться. Вторая уже, ну, работа по комбинациям. Сила есть еще. Готов работать, тренироваться. Просто с таким климатом прям кайф. Вчера чуть прогулялись, как вы видели. И вчера еще интервью подзаснял. Скорее всего, интервью выйдет быстрее, чем влог, поэтому его нужно обязательно посмотреть. Гость интересный, интересно послушать. Вот. Завтра мы едем на репетицию, на шоу Алины Кабаевой. Точнее, благотворительный фонд Алины Кабаевой. Завтра репетиция, послезавтра тоже, скорее всего, на репетицию поедем. Вот. И потом мы уже переезжаем 29 числа в другую гостиницу. И 1 числа уже все прилетают на соревнования. 1 числа у нас выходной. И
потом опробование. И начнутся соревнования Кубок России 2024 года. Так, к сведению, чтобы понимали, кто здесь плейбой, это Борис Самсонов. Чтобы вопросов больше не возникало. Дмитрий у нас не особо радостно, что... Как всегда, все бегут впритык. Никто заранее не приходит. Одна минута у нас до отправления. Все не может нас посадить, все туда-сюда ездить. Что за привычка у него, я не знаю. А что открывается? А, самому. Димасик, запрыгивай. Доброе утро. Ждем остальных и let's go. Ух, снова на массаж. Чуть-чуть восстановиться, а то ножки подзабились. Надо немножко восстановиться. Сегодня я сделал две комбинации предварительных. Сделал их не очень, первую, ну более-менее, но все равно не очень. Чуть разбил мышцы и сейчас едем в гостиницу. И завтра у нас вновь тренировка. Тами, как сам? Сам нормально. Пацаны, вообще, ребята, особенно вот это, за рулем. Классический вес с утречка 61, после тренировки 60. Плюс-минус 200 грамм. Все на тренировке. Сейчас небольшая тренировка, но надо комбинации прыгнуть. И покушать, и ехать на репетицию. Как вы заметили, как там играл, качается у нас. Когда тренер отвернулся, он качается именно так. Поэтому я его спалил, получается. Восстановительные процедуры. Едем на репетицию шоу Алины Кабаевой. Сегодня репетиция, завтра тоже, но надеюсь, что не будет. Потому что у нас осталось мало тренировок. 1 числа у нас выходной, 2 числа пробование и... шоу, наверное, вечером. Вот. Погодка прям кайфовая. Нет, это сначала... Мы приехали на площадочку. Прошли. Сейчас даем ПЦР-тест и идем на репетицию. Показываем площадку. Не очень большая, но что есть, то есть. Да и пройду. О, дорожка. О, костюм. Короче, вот. Вот наш снаряд. Второй зал. Тут у нас разбег. Сейчас пойдем чуть погуляем по олимпийской деревне. А то сидеть не хочется. Какие-то местные интервью. Странно, почему берут интервью у них, когда звезда и я. Вот это красота. Тут, короче, все закрыто из-за мероприятия, который здесь сейчас проходит, и надо через КПП, там на самокатах не проехать. И только такой вход. Но это вообще кайф. Вау! Вау, что за красота! Вай-вай-вай!
Ай-яй. Хочу вас снимать буду. Вы счастливы? Да. Сейчас что-то... Оп-оп. Сакира, завидуй. Лёда. Видеоблог продолжается. Скоро уже все подъедут, через день. Сейчас у нас начнется репетиция через 40 минут. И будем прыгать. Просто. Но это не раздевалка, а какая-то космическая штука. Тут даже вон фен. Но это разве раздевалка? Три туалета, душ. Вот это я понимаю уровень. Прогончик небольшой. Вот только сейчас. Вот здесь. Выброс, который по гимнастике, по акробатической дорожке, сядьте на колено. На колено сядьте. Да. И уже здесь качаем, помните? Наша репетиция начинается, закончена. Всем спокойной ночи. Наш контрольный завтрак в этой гостинице, и мы уже переезжаем в другую. И, как говорится, слава богу. Такая погодка. Мы, короче, собираем вещи и переезжаем в другую гостиницу. Потому что на соревнованиях у нас другая гостиница, поэтому нужно сейчас переехать. Вещи собрали. Степанов не брать. Смотрите, кто. Получается, я взял. Я тоже взял. Все. Переезжаем, собираем вещи. Сейчас нас тут проверят. После наших, так скажем, поселений здесь. И уже поедем в зал у нас. Сегодня две тренировки. Контрольные две тренировки. Потом отдых. Ну, как отдых? На репетицию надо будет ехать. Если можно это засчитать как отдых. И все. И потом уже начинается опробование и соревнования. Сейчас я вам продемонстрирую, как собираются малые. Опа-ва. Раз Николай, ну вот такую частоту оставил Волков там Багиров, чтобы вы понимали. Так вот примерно проходит построение. Ходим два кружочка, потом идем на завтрак. Вначале мы все строимся, стоим в линию. Вот. Завтрак покажу вам чуть-чуть попозже. А так, подписывайтесь на Бориса, ставьте лайки, репосты. И обязательно ставьте колокольчик. До завтрака. Все, мы, короче, на завтраке. Сейчас покажу вам все блюда, которые тут есть. Тут можно купить водички. Тут мы берем стаканчик. На выбор вода с лимоном. Вон персиковый сок. Вливаем жестко водичку. Есть лимончик, есть чай. Там горячая вода. Пьем. Тут
сушки. Все, идем на обед. Вставай. Уехали. Моем ручки. Не забываем подписываться на канал Бориса. Обязательно. Это прям не забываем ни в коем случае. Все, салатики, салатики, ложечки. Ложечки от Михаила. Михаил, да. Разные соусы там, еще что-нибудь. Картофан, короче. Что здесь еще? Ну и там лагман. Все здесь как всегда. Так что так. Приятного аппетита. Все, мы, короче, очень вкусно покушали. Сейчас идем заниматься самым прекрасным делом в мире. Да, вы правильно понимаете, это пинг-понг. Сидит главный игрок. Салам алейкум всем, братья. Пацаны, Боре привет передаем. Боря, привет, Боря. Я твой поклонник. Еще будут приветы, Борис. Привет, Боря. Боря. Привет, сок. И пирожек. В принципе, все. Всем приятного аппетита. Покушаем еще раз. Подписывайтесь на Бориса. И оценивайте мой блог. Еще раз плюс ко всему этому. Здесь есть аэрохоккей. Это, ребятки, обзорчик. Хоум-обзорчик. Всеми известного номера, в котором мы живем, про который уже, как вы знаете, сказал вам Борис. И вот хочу вам показать наш номер. В принципе, тут у нас зеркало. Тут обувная, не обувная. Это перчатки. Я думаю, это перчатки всеми известные. План. Дальше мы идем в уборную. Здесь у нас душ. Туалет, то есть санузел. Все отлично, все супер. Тут рябика вещи висят. Ну и здесь номер. Номер небольшой, двухместный. Чайничек есть. Обогреватель. Тут мои вещи лежат. Ну и чтобы вы не сомневались в Борисе в словах, то... Алиса, кто такой Борис Самсонов? Прыжки на батуте. Сайт profi.ru дает такой ответ. Мастер спорта по прыжкам на батуте. Победитель и призер чемпионатов и первенств Твери, Москвы, России, международных соревнований. Участник спортивных шоу «Цирка». Хотите узнать, как называется спортсмен, который занимается прыжками на батуте? Только скажите. Нет, спасибо. Вот так вот. Также у нас тут есть балкон. Ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчики. Мы вас всех подписчики любим. Спасибо этому номеру за теплый прием и за время сопровождения. Пора переезжать в другой. Ну что, вот мы переехали в новую гостиницу. Вот такие вот у нас номера. Ну, вот здесь душевая кабиночка. Ну, не знаю, лучше или хуже, но... Ну, получше. Как будто получше. Тут такой балкон. Но высоко, 8-й этаж. Как бы здесь можно перелезть. Эй! Сейчас позову гостей, соседей наших. Тамерлан! Наши соседи. Ты че? Обеденный перерыв. Я не так будет. Понял, Валет. Завидуй. Так, у вас тут, да, помассировать? Да. О, спасибо. Спасибо. Массажист носку порвал. Ребятки, подписывайтесь на Бориса, ставьте лайки, делайте репосты, ставьте колокольчик и, конечно, пересылайте видео всем своим друзьям. Йоу. Йоу. Как вам Данилин обзор? Он для вас снимал. Понравилось вам?
как они жили. Они просто жили в другой гостинице, мы жили в другой. Поэтому вот он для вас специально немножечко поснимал. Оцените его старания в комментариях. Небольшие процедуры восстановительные. Не, ну климат, погодка вообще кайф. Команда, ой, сидит, отдыхает. Ну что, сегодня 29 февраля. Завтра выходной, со 2 числа пробование, и 3 числа уже начинаем. Должен я записать, как прошли наши сборы. В целом отлично, но просто мы не привыкшие к такому, что перед соревнованиями настолько сильные сборы, по 2 тренировки. В Москве были 2 тренировки, получается, где-то 3 недели уже по 2 тренировки. И это уже, ну, не так уж все легко дается. Вот. В целом, настрой боевой, конечно, но что, зачем сюда приезжать, если сразу сдаваться? Нужно сделать свои комбинации нахоженные, ничего не надо рисковать, потому что сейчас тело точно не готово, потому что я уверен, все, что я хотел, скорее всего, минус. Просто если почувствуется легкость, то можно пробовать. Если нет, то без смысла кидаться на какие-то элементы. Сейчас главное стабильно и на результат. Не показуха какая-то комбинация новых, а сделать стабильно, чисто и, соответственно, на стабильность. Такой настрой. Завтра у нас репетиция, чуть погуляем по Адлеру. Все приезжают завтра. И 2 числа встретимся уже на пробовании, так скажем. Поэтому продолжаем смотреть дальше. Сори, что здесь такой тусклый цвет и такая речь не особо веселая, но я должен делиться с вами, чтобы вы знали, как тут все устроено, как функционирует тело, как настрой в целом. Вот. Нужно отдохнуть просто, чуть-чуть выдохнуть и с новыми силами бороться. Сегодня у нас завтрак в другой гостинице. Заведение выглядит вот так вот. Тут, чтобы попасть в гостиницу, из кафе и в кафе, и из гостиницы в кафе нужно по улице пройтись, короче. Вот такая вот система. Уборка номеров. Уборочка номеров. Можно полотенце? Уборка номеров. Что убрать? Тележку просто все заставили. Великая булочная. 2 года назад в ней кушал, когда был здесь. В цирке работал. Если тут все свежее сейчас, то вообще шик. Ай-яй-яй, что за рай? Вот они. Ай-яй-яй, Папа Джонс. Ай. Самые мощные булки это вот здесь. Как тебе сами? Вкусно, мягко. Там было занято. Не было там занято. Оценим. Я сколько стою, там пусто. Это мое очень занято. Ой, я тоже домашнюю Тамерлан взяла. Алик, попробуй булку. Нет, где-то вот здесь надо укусить. Снова у моря. У нас сегодня небольшой отдых. Репетиция с 4 часов. Нас привезли пораньше, чтобы погулять. У нас там еще пару часиков осталось. Вот, потом до ночи мы здесь репетируем. Завтра уже опробование. То есть сегодня уже летят в самолете там. Наверное, уже должны скоро прилететь. Вот так вот как-то сейчас все. Завтра опробование с утра и потом на площадку. Шоу либо в 5, либо в 6. И потом уже начинаются соревнования. Балдеж. Балдеж. Мы снова на своем любимом месте. Только Диман уже обычную говорит. Мороженое кушает, вафли решил не брать. Так мы русские, ё-моё. I'm sorry, very well. Салам алейкум.
решился посниматься с иностранцем. Hey, bro! Hey! Look! Примерка костюмов у нас. Как вам? Чисто медики, сбежавшие с психушки. Вот. Главная спортсменка. Это с того года. Тренерка. Да, из интервью их потом вырежут, я не знаю для чего, но пусть попробуют. Я со стороны посмотрю немножечко, посмеюсь. В эту авантюру я вписываться не стал. Домой мама загоняет. Репетиция финала. Потом, видимо, сразу прогон начинается. Эй! Репетиция продолжается. Совсем скоро мы и уже поедем в гостиницу. Завтра у нас опробование, как я и говорил. Потом снова сюда. Вот такая вот обстановочка. Вот такая вот заставочка. Сама Алина Кабаева приехала на репетицию. Байкал всегда рядом. Фрукты. Десертики. Ну, короче, как-то вот так вот. Балдёж. 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 По кайфу ужин сегодня. Прям. Пальчики оближь. Что за... Как лягушки эти маленькие. Как называются? Чи. Это чи, да? Семена. Семена чи, да? Чи, да? Как это маленькие лягушки называются в пруду? Головастики. Вот, головашка. Это головастики. Головастики, ёпт. Показываю вам нанотехнологии. Бахильчики. Ну, успели? Как мне, блядь? Так, собрание. Где Руденко? Проказник. Здорово! Ух, какой чудесный день! Сегодня день опробования. Наконец-то наше соревнование начинается. Что такое опробование, если вы вдруг не знали? Это когда за день, за два, может, за больше дней до соревнования у тебя просто тренировка, ты подбираешь разбег, подбираешь комбинации, чувствуешь снаряд, привыкаешь к нему, и потом уже начинаешь работать. Вот, мы сейчас выходим. Погодка немножко распогодилась, поэтому гоу на опробование. Анна Корнецкая, как вам пьедестал? Шикарный. На высшем уровне Кубок России. Да, это высший уровень пьедестала. Короче, у нас опробование закончилось. Ай, сау. Если хотите, чтобы я взял с ним интервью, напишите в комментариях. Хотя бы один комментарий набираем, снимаем сразу же. Только вот Санька. Не слушайте его. Сразу же, один комментарий, сразу снимаю с ним интервью. Сейчас мы на автобус и едем на шоу. Если вы напишите еще один комментарий, я возьму интервью у Василия Макарцева. Чего? Один комментарий, я беру у тебя интервью. Согласен? Посмотрим. Пишите. Как здорово, что мы опять тут все вместе собрались. Сейчас прогон через 20 минут, потом сразу в шоу. До 9 часов мы здесь уверенно. И завтра уже в 3 часа нам прыгать. Ну, мужчинам, женщинам пораньше. Поэтому погодка сегодня опять пасмурна, но ничего страшного. Как дела, Данила? Все супер, класс. Ген, прогон.
Как дела у вас? Отлично. А обстановка по кайфу. Спасибо большое. Они думают, блин. Они думают, что это Алина Кабаева. Дебилы. Зачем тебе ложки? Чем? Обед. Хорошечно. Ну, пожалуйста. Перекус, акробат, чейк. Молодежь. Суп какой у вас? Рассольник. Звуки пу. Через считанные минуты начинается это шоу. Мы уже разминаемся и будем ждать свой выход. Верю, что у нас все получится. Если будет видео, я обязательно прикреплю. Обстановка боевая. Все готовятся на шоу. Вот ваша персона, сама Алина Кабаева идет. Уровень. I'm bitch. Какие люди подъехали. Шоу закончил. Ай-яй-яй. Колян хорош. Колян там вообще. У нас ужин и... Здесь такой наборчик ужина, показываю вам, чтобы вы понимали, чем тут питаются. Максимилиан, сейчас кушаем и уезжаем. Тут вот рыба, но рыба минус. Данил, что ты взял? Макароны. Сейчас шопинг. Данил чисто немножечко макароны взял. Это наш тренер. Это салаты. Салаты. И что тут еще? Макароны. И котлета. Тут мощнейший салатик. Ай-яй, последний забрал. И фрукты. Ну, вот такое помещение, чтобы вы понимали,
как здесь по условиям. Поэтому вот так вот перекусываем и уезжаем. Расинкан, как прошло шоу? Замечательно. Все очень счастливы, довольны. И я думаю, что все хорошо. Спасибо. Спасибо вам большое за приглашение, Расинкан. Спасибо вам большое. Это заслуженный тренер всего мира, чтобы вы понимали просто уровень, насколько тут. Ладно. Фруктовый салат, ну вообще бомбический. У нас тут даже голубичка есть. Здесь все есть. Минимально, но все есть. Тут есть все. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Аккуратно. Вот такая площадочка. Эть. Все, мы уезжаем. Камон. Я звезда. Все, небесная грация, спасибо. Мы газуем в Сочи. Со спины такие футболочки. Здесь такая гравировочка, ну, мощнейшие футболочки. Спасибо за подарок, Алина. Спасибо. Первый день соревнований. Мы на 8 этаже, а завтрак на 1. Ну, как говорится, с кайфом началось. Дима! Ты идешь? Короче, открытие соревнований. Предварилка прошла у меня. Сейчас пацаны прыгают. Вторая комбинация хорошо, первую мог намного лучше. На приземлении, там на переходе один выбил темп. Ну и приземление было само по себе ужасное. Но едем дальше. Пришли, короче, в теннис поиграть. Один, да? Немножечко. Немножечко разнообразия. У меня один. Тут есть еще бильярд. Диман здесь просто, как судья. Все, нападаешь, нападаешь, давай. Даже счет, все официально. Тут даже дарт есть. Кто прыгнет, а мы 500 рублей. Мы на крыше. С пацанами. Давайте тут пивом. Ангелочка, нам сучи. Нет, нет, нет. Мы попадем в бабло. Нет. Ага. Мы попадем в бабло. Нет. Ага. Проверка. Здесь же грязно, здесь вообще бездна. Проверка. Пыль. Вытери. Под матрасом ничего не прячь. Тамерлана здесь нет, давно не виделись, целый день. У нас был сегодня выходной. Сейчас как раз закончилась разминка, я иду с нее в гостиницу. Попрыгал, что хотел. Завтра у нас квалификация 2. Сегодня мы прыгали все младшие. 9-10, 11-12, 13-14. Короче, все, кто не прыгал в первый день, соответственно. Вот, завтра квалификация 2. Наш 16 человек, дальше проходит 8. Заруба, думаю, будет достойная, поэтому комбинации буду ориентироваться по ходу, потому что я во втором потоке. Ну, сильнейшая группа будет первая, скорее всего, если судить так. Вот. И буду уже ориентироваться на ходу, но планирую, что, наверное, все-таки 2 с 2 переход. Два бланжа будет недостаточно, но можно и два бланжа, потому что если 27 кто-то не получает, можно и два бланжа. Вот, буду ориентироваться по ходу, но настраиваться буду на 2 с 2. Всем доброе утро, иду на квалификацию 2. Сегодня у нас отбираются в финал все, и малые, и взрослые. Вот, завтра уже финальный день соревнований и улетаем домой. Настрой боевой, нужно сделать просто свою работу, не загоняться, ничего там не придумывать. Спокойно и уже готовиться к финалу. Поэтому, let's go. Квалификация 2 закончилась, иду вторым, но прыгнул не очень, как хотел, совсем, даже близко не как хотел. Завтра финал, сегодня отдыхаем с 10 утра и завтра уже улетаем. У нас самолет в 7 часов, поэтому... Наверное, уже до завтра. Тойзер был, что надо. Василий Макарский. Москва.
Москва. Это наш ужин. Мне, честно сказать, сегодня бомбический. Клубничное варенье. Ай-яй-яй, клубничка. Ах. Молодцом. Будь молодцом. Что-то его заглючило. Всем доброе утро. Прямое включение, контрольный день соревнований. Сегодня финалы. Через полтора часа у меня уже поток женщины, через час. Настрой боевой, нужно сделать свои комбинации, пройти. Планы: два бланжа в переход, в финале два с двумя в переход. Потому что, чтобы по сложности все хватало, нужно сделать так. Поэтому работаем. Let's go. Прямое включение. Финал закончился, ура. Можно выдохнуть, это было потрясающая заруба, жесточайшая. Как эмоционально, так и тактически. Правильно выставил комбинации, как я и хотел. Итог, второе место. Спасибо всем большое. Я чуть-чуть попозже выйду на связь. Все расскажу, объясню, что да как. И как в целом было соревноваться в этот раз. Вот, поэтому не прощаемся. Финальные соревнования заканчиваются. Сейчас прыгает женщина. Все, Яна Лебедева выиграла. Валет, поздравляю тебя с чемпионством. Сейчас ждем. О, Касим выиграл. Победителем Кубка России 2024 года у мужчин станут... Александр, как у вас дела? У меня вообще шикарно. Если комментарий напишут, чтобы я взял у тебя интервью, ты дашь мне интервью? Не знаю, подумаю. Спасибо. Да ты чё? Как проходило ваше детство влюблено? Вот так. Ай, брат, поздравляю тебя. Все, интервью мне должен, понял? Что за люди приехали поболеть? Всем привет. Подписывайтесь на канал. Все, идем на награждение. Гоу-гоу. Второе место, Борис Константин, Москва. Русик. Занял второе место. Борюсик. Пару слов. Бориска, поздравляю. Мощь, мощь, сила, мощь. Еще больше успехов. Давай, Боря. Соревнования закончились. Обладатель Кубка России 2024 года стала Яна Лебедева. We are champions. Расскажите немного о детстве. Как проходило твое детство? Я так понимаю, что сейчас совсем короткий отдых и скоро. Да, да. На интервью можете не писать, уже без шансов. Мы уезжаем из гостиницы в аэропорт. И самолет у нас уже через 3 часа. Встретимся в аэропорту. Наш автобус, мы в аэропорту. Что-то Василий там опять машет. Уже чувствуется усталость, но сейчас домой. Наконец-то. Ура. Ноль эмоций. Народу у нас очень-очень много. Что за парочка твикс? Хорош. До свидания. Все, Москва Нейшнс, мы на месте. Всем спасибо огромное, кто смотрел данный видеоблог. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Но это самое главное, рассылайте это видео всем. До скорых встреч, пока.